Мы убили четверых, да, получается 8 на 200 и 500. Или сколько ты там насчитал? Я считаю на больше. Мы убили 7 по 200 и 2 по 500, 2 400. Видите все с инста сразу. А. Да-да-да, кислый, да-да-да, все правильно. 7 по 200, 2 по 500, да-да-да. За приход давали? Я не видел. Нет, вроде, я не видел. Не давали. К пианисту за приход, я не помню, кто был, кто не... Помню, что было 24 не человека. А? Я говорю, не дали, так не дали. Что в смысле? В смысле? Я помню, что у нас было 24 в начале. Если не дали, значит никому не надо. Ну да. Эх, да, Джану реально нерфанули неплохо. Неплохо? Может, они из-за эску еще? Нет, мы просто ее забагаюзили, и у нее стало меньше хп. Прости, что новый мем, да? Мы, ничего, прости, мы тебя в ДВ-рейд отправим, там почувствуешь. Эску я тоже на замене, что ли? Нет, ты заходишь. Ты вместо меня заходишь пока что, я пойду машину разоружать. Ефарада, заходи, маха. Давайте всем ебка за приход к компионисту. Бунтуйте, начислю за приход. Будете бунтовать, вообще никто не начислит. Фарада, что там твой челик на Т5 онлайн? Так, короче, я пошел, пока машину сейчас приедет, пошел, разгружу машину, а я в дискорде. Продукты заберу, через минут так 20 буду точно. Фарада? Мозер, стой, Мозер. Нету, да? Да. Окей. Это, Делорус, Талиму отпиши. Сейчас он там сделает дела, потом ты отойдешь на пару минут. Поменяйтесь с ним. Можно мне тоже? Несмотря на то, что Матиола уже хрен знает, что получала, она еще не первая по ГП. Лич сталкера, за что у Лича 6,5к? Да он там за косяки по 1000 налутался. Нет. А, блин, Лёха, надо было лидерку. У Япончика 4000, ёп. Можно, рейда, ребят, придёт. Я всё тебе сейчас поменяю. Ой, блядь, мы же в завязку, нахуй я в око лечу. Она пишет гильчат бунт, кому дадут... Редвар, вот сейчас лутаешь Мирку, и все. И можно больше ничего не... Миша, напиши бунт в гильчат. А за что бундую? За 200 ЕП. Короче, бунтующим по 200 ГП, а тем, кто не бунтовал, по 200 ЕП. Согласен. И совам в два раза больше. Сейчас на меня накинутся. Ты сам на сове был, долбоёб. Уже нет. За мной грешок исчерпан. Ему на сову начислил. Там на сову мне вообще похуй. Сколько у нее ЕП, сколько ГП. Только БР и хожу раздавать сценарами. Чисто создал сову ради БР. Саппорт просто в рейд. О, бля, у меня монетка пришла, сука. Не, это просто на присутствие, человек. Нужно кое-что узнать. Евка, там твой онлайн? Да. Кому нужно вот такое кольцо? Я так понимаю, никому. Кстати, мой тоже онлайн. Я его это не увидел. Вот это кольцо. Кому-то нужно? Девка, мой тоже онлайн. Ему оба куска нужна? Ему нужны перчатки. Ему перчатки? Леди, спросите. Нужно.
Ну, на перчатке тогда это... Ты берешь, возьмешь с вами перчатки, я возьму с вами ванну шланг. Вы слышите, вы вредите сначала, спросите. Это не, это локовские. Ну что? Лок, маг, охотник. Вообще, со имя, по-моему, фул. Он потому что там по фросте бегал. Ну да, у него фул. У всех антов фул, у всех локов фул. И у всех магов тоже фул. На фроста буду собирать второй сет. За ГП? Как на ОСПЕ. Так один и тот же ДД. РДД и РДД. Миша просто не продумал еще этот нюанс. Кто такой? Артемия, блин. Хрена. Ну, ребят, заведи наверх. Веду. Че, жирный очень. Да, блядь, сука! Блядь! Кирсо, сейчас из-за тебя лифт в двери поехал. Видишь, как не суманите, пожалуйста, я не в тот портал тпшнулся. Я не шатрат, а под город, блядь, улетел. Сука. Да. Гений. Оттуда портал, там еще портал. Это я знаю, да. Мастерство не пропьешь, да? Да. А почему эта ведьма за мной бежит? Хотя, с другой стороны, как раз-таки и пропьешь. Да, надо скрыть мне первого. Блядь, спасите! Спасите, помогите! Вага, спаси! Спасите, помогите! На пульте еще на него. Спасибо. Ты сейчас всех в комбат ведешь, зачем ты привел ее сюда? Я надо, привел? Надо ехать. Охуеть! Убивай ее, убивай. Че? Убейте вы ее и все. Это десятина, мы вообще вот только начинаем, я не знаю, мне за что. Все Артемия. Убивайте быстрее. Быстрее убьем, быстрее пульнем, быстрее выйдем. Ну шо, какой дроид в медведя прыгнет? Давайте пульфер на курящих и поехали. Гена, у тебя слишком большая пернатая сова. Гречка, а ты анхолик, да? Блот. Смойте всех. Пришел. Если спекнешься в танк. Нельзя. Чего нельзя? Лучше котов. Зачем здесь медведь? Ты ж машину разгружаешь. Да сейчас жду пока. Ну куда? Монар, спекайся. А, пианист АФК. Можно, ну. Че, может, допустим или че? Планета? Ты на себя забираешь маленький трэш. На рубля танчит босс. А ты маленький трэш. Ну да, которые милишные. Ставлю рыбу. Если ты через задон ролишь, да? А, ну да. На тебе тогда лутер останется. Только можно на трэш уже переключать на обычный лут. Окей.
Все, вылавливаюсь. Подожди. Элбрил, Редвар, Баббл. Баббл. Вагра, сдай всем каск. Ловите. Погадай по луку каску. Тогда я по разбойнику. Ну теперь ворона. Кроме меня ни у кого рыбалки нету. У меня есть. Чё, порыбачить что ли? Мы залетели, это спортивная рыбалка. Да ну курим тогда, да, сколько? Минут 5-10. Сколько я тут ловить буду? У меня рыбалка прокачана на 150. Там кто-то прыгает, просто, блядь, скрыть не шугает в воде. Все, учить. Тихо. Не прошло и недели. А, пуху надо одеть, пуху. Кирсгорн. Гена, поздно говоришь. Я был быстрее, чем ты сказал. Народ, смотри, сейчас сколько тише. Зависло, наверное. Картошечку режет. Ну, народ, подними френдика. Прыгнули в воду. Френдика, народ. Полина завис. Полина ушла. Она пока что. Она подтверждала, вроде как. Она подтвердила и сказала, я пошла афек. Ну, встала. Дайте рыбов по шаману. Фрэнди, к лагу поднимешь. В воду прыгнули.
Нурглед, успокойся. Ты аж 3 хила перехиливаешь. Тихо. В воду прыгнули. Ой, вагон. Ой, иди нахуй. Будем сразу курить этот трэш? Сразу? Давай, да. Откуда здесь урон от светлой магии? В смысле? В смысле, у меня сейчас прокнула адаптация на светлую магию. Яростный свет, тринька, сапфир. О. То есть у меня от вашей триньки идет сапрот от урона вашей триньки? Не знаю. Я могу сказать, что сапфир прокает на себя. Да, но они вроде кару не кидают. Знаешь, что они должен делать? Нормально. Если затыкать, то он не пропадает, да? Потому что рядом второй ставить можно. Я его все равно никто не тыкает, я убью. Я его тыкаю, только когда он прям в упор ко мне стоит. Ну, поверишь, я тут забыл это. Ну, вот видишь, он 20% урона снижает. Серега, у него считай... Ну, у него считай, на него нужно тыкнуть сколько, 20 или 30 раз, блядь, чтобы его кончить. По-моему, 10 у него стаков всего. 20. Так тут написано же, что он увеличивает в 2 раза стаки. Он на 10 зарядов увеличивает колодец. Да-да, прочти Т5, век живи, век учись, как ты сказал. Я его не читал. Стойте, ждем этого второго колосса. Мне... Дальше уже не это. Вон он идет. Я читаю, что 10, ну и 10, и 10, там 10, получается, значит, и там 10. Я думал, всего 10. Просто он, блин, вот даже это, и босса пулит. Хотя танк стоит под боссом, я его рядом поставил на принцах, и все, они сразу же согреют. Хотя, по идее, такого быть не должно. Я хочу, чтобы сделали духовные рвения хилов. Это что? Забитие в дух? Нет, ты дружественную цель со своего рейда можешь дернуть к себе. То есть, либо в танк урон большой идет, ты можешь его к себе притянуть.
Либо кто-то вот так стоит, флакашет. Или Валька тебя уносит, и ты за тобой. Не подсказывай идеи Фанзера, чтобы он тебя не стащил в Валькин. Элбил себе кольцо забрал на мейнспек или на лоб? Как он себе на мейн его заберет? На лоб. Там меткость, как он себе на если я нажимал на мейн, почему оно у Элбрил? Никто на мейн не нажимал. Я нажал на мейн. Ой, вагон, такой говно. Псовой нет на инспект. Кто это говорит? Парады. Не признал. Братки идут. Ах. На. А шаман с щитом выжил. Чё тогда передаю? Ну да, передай ему, он сам себе ГП начистит. В тройном размере. Армян идет, армян идет. Трезгорн Геру. Трезгорн тут пошутили. Там твою же дивизию. Знаешь, у тебя не было вока в обычке. Они кричат, Трезгорн, тишина. А чё говорит, Геру не дают? Ну ты понял. Да. Это когда было? Вчера, что ли? Да, да, я еще говорю, я не отвлекаюсь от Нокер с горы. Извини. Это когда я уходил, да? Угу. Да. Сам он танчит у нас постоянно практически. А горы метро зачем агрометр, когда есть этот пискомер? Зачем вообще любой дом тогда? Кроме рекаунта? Да. Еще скаду можно. Главное скады, да, у коника. Как же ты умеваешь, чтобы. Вообще в скаде тоже есть. Нет. Сейчас как скажу, как называется. Это угроза. Построить можно, да, поставить можно. Но она не будет тебя орать, если там, будет много. Там ее в настройки включить нужно. Ну куда вам народ? Зачем дальше так? Там можно даже звук поставить. Ребят, ну люди лежат, же манны нет нифига. Вы что вы делаете? Не надо его залиться и тоже отрыв. Зараза. Дайте отпиться. Да, котяра упал, да? Чё, сегодня сделаем рывок, донесём инст до конца? А чё за справа сейчас ещё час? Рада. Мусы не будет. Завтра. Я уже сегодня готов. Всего 5 боссов. 20 минут на босса. Мне в любом случае нужно будет в 10 уходить уже. Значит, шевелимся. Фарада в 2 окна загоним. Я сел пить. Раздайте на рапухе вам. Ну да, агрометр не помогает. Если тут боешка где-то. Разрозьте? Где? Вот. В синем моде. Фиолетовом. А здесь? Вот, два, где? Три, где сова? Дальше. Блин. А, все нашел. Фрад работает. Кого-то да нет, она имела бы просто поднимать. Это
ты знаешь, это привычка, это джоки так разраливали, я вот это нажимаю так. Через свои руки забирать. Забыл, напряжь хотя бы. Напуляйте их с какой-нибудь хоть стороны. Сереж, почта КД. Если не поставь, пожалуйста. Спасибо. Кто тебе там письма шлет? Мороз. Делаешь наоборот. Вроде целый год тебя хорошо взяла. Значит, подарки пора. Не верю. Затем убегает от меня. Догоняй, догоняй. Кто-то купил новые нам скрипты, котэмы? Я сегодня куплю, может быть. Я видел, Жужжин купил себе уже. Жужжик мне сегодня не купил. Парада ассиста дал. Да? Бери челик. Не подорожает, останется тем же, что есть. Жужжик меня сегодня в доварей звал. Не было времени. Пять магов. Девка, чешка, жми. Сука, не хватило двух стаков, чтобы купол поставить. Пора на вагон. Чтобы его можно положить. Хоть двоих ты бить. Да забьем. Всех отпиздим. Прессить. Вроде бы шар по 5000 бьет. Что-то их многовато было.